В легендах многих народов мира о живой и мертвой воде отразился тысячелетний опыт наблюдения целебного или повреждающего действия необыкновенной по своим свойствам жидкости, сделавшей возможным возникновение и существование жизни на Земле. О живой и мертвой воде впервые красноречиво и достоверно свидетельствует Библия. Первая встреча с живой водой после потопа случилась в жизни патриарха Исаака, сына Авраама, и было дней жизни Исааку 180 лет. В чем же был секрет такой долгой и счастливой жизни Исаака? Вот что говорит об этом Библия. «И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец живой воды». Новейшие исследования французских, российских и японских ученых показали, что молекула воды является универсальным приемником, хранителем и передатчиком информации, подобием биологического компьютера, способным как принимать сигналы от объектов окружающего мира, так и возвращать их. И этому есть вполне материалистическое объяснение. Вода – сложная система ячеек, кластеров, которые соединены между собой электромагнитной связью. Под действием различных факторов психоэмоционального воздействия человека, контакта с минералами, эта структура способна трансформироваться, принимая различные формы. Этот феномен был назван памятью воды. Феномен структурированной воды создает научную основу для объяснения таких явлений, как телепатия и ясновидение. Сейчас наукой доказано, что особенности физических свойств воды и многочисленные короткоживущие водородные связи между соседними атомами водорода и кислорода в молекуле воды создают благоприятные возможности для образования особых структур, ассоциатов, кластеров, воспринимающих, хранящих и передающих самую различную информацию. Структурной единицей такой воды является кластер, состоящий из клатрат, природа которых обусловлена дальними кулоновскими силами. В структуре кластеров закодирована информация о взаимодействиях, имевших место с данными молекулами воды. В водных кластерах за счет взаимодействия между ковалентными и водородными связями между атомами кислорода и атомами водорода может происходить миграция протонов по эстафетному механизму, приводящей к делокализации протонов в пределах кластера. Вода, состоящая из множества кластеров различных типов, образует иерархическую пространственную жидкокристаллическую структуру, которая может воспринимать и хранить огромные объемы информации. Переносчиками информации могут быть физические поля самой различной природы. Так установлена возможность дистанционного информационного взаимодействия жидкокристаллической структуры воды с объектами различной природы при помощи электромагнитных, акустических и других полей. Воздействующим объектом может быть и человек. Вода является источником сверхслабого и слабого переменного электромагнитного излучения. Наименее хаотичное электромагнитное излучение создает структурированная вода. В таком случае может произойти индукция соответствующего электромагнитного поля, изменяющего структурно-информационные характеристики биологических объектов. Биологически активированная вода имеет несколько важных параметров, и каждый из них должен быть строго определенной величины. Отклонение в ту или иную сторону будет означать худшее восприятие воды организмом, а это, как вы уже знаете, создает затруднения при смене внутриклеточной жидкости, а также некорректной работе вновь созданных клеток. Мозг человека более чем на 90% состоит из воды и потому является чувствительным приемником электромагнитных колебаний, распространяющихся в биосфере. Этим же объясняет и такое явление,
состояние, когда, например, мать с сыном или сестра и брат тонко чувствуют состояние друг друга, находясь на расстоянии в несколько тысяч километров. Впрочем, не только мозг, но и весь организм человека представляет собой сложную систему из особенным образом структурированных молекул воды. Они в клетках и межклеточном пространстве органов. Итак, запоминайте первый способ приготовления структурированной воды. Для этого необходимо заморозить в холодильнике обычную сырую водопроводную отстоянную воду, наполнить кастрюлю, поставить ее в морозилку на кусок картона или лист фанеры. После того, как вода полностью замерзнет, даем ей растаять при обычной комнатной температуре. Можно взять пластиковую бутылку, но наполнять ее надо только на 80%, так как при замерзании лед сильно расширяется и бутылка может лопнуть. По этой же причине нельзя замораживать воду в стеклянной посуде. Она лопается, даже если ее накрывать. После разморозки такую воду уже можно пить, но чтобы лечиться водой или худеть с помощью воды, этого недостаточно. При втором способе делаем все как в первом способе, но при начале замерзания воды нужно удалить полностью появляющуюся корочку льда. После замерзания основной массы воды нужно ополоснуть под проточной холодной водой застывший кусок. Он должен быть прозрачным, потому что удаляются самые вредные примеси с поверхности льда. Затем можно растопить весь лед и пить такую талую, живую структурированную воду. При третьем способе нагреваем до 94-96 градусов необходимое нам количество воды до появления первых признаков закипания. Снимаем кастрюлю и охлаждаем резко воду, затем замораживаем, далее отстаиваем. Таким способом приготовленная вода проходит как бы фазы обычного природного круговорота – испарение, охлаждение, замерзание, таяние. И хотя этот способ намного сложнее, такая вода особенно полезна. Она богата необычайно внутренней энергии. При четвертом способе, помимо приобретения характерной структуры, вода становится более чистой от многих примесей и солей. Для этого выдерживаем ее в морозильнике до того момента, пока больше 3/4 объема воды не замерзнет. В середине емкости останется незамерзшая вода, которую нужно вылить, проткнув осторожно лед металлическим предметом, раскаленным на огне. Оставшийся лед должен растаять. Время, необходимое для замерзания вашей емкости, можно установить экспериментально. Путем. Оно может составить от 6 до 16 часов. Смысл этих манипуляций в следующем. Чистая вода замерзнет быстрее, основная масса ненужных соединений медленная, поэтому вся грязь скапливается в центре и находится в растворе. Для получения лучшего эффекта следует применить двойное очищение. Даем воде отстояться, потом замораживаем. Удаляем первый тонкий образующийся ледяной слой, в котором присутствуют быстро замерзающие вредные соединения. Далее повторно замораживаем на 3/4 всего объема и удаляем оставшуюся незамерзшую фракцию воды. Получаем существенно более чистую и структурированную воду. Такую талую воду следует употреблять сразу после таяния льда. Можно на ней готовить пищу, однако при нагревании происходит потеря структуризации и лечебных свойств. В любом случае такая вода существенно чище простой фильтрованной. Для питья человеку надо не менее 2 литров чистой живой воды, без каких бы то ни было примесей и добавок. Такая живая вода идеально подходит для питья и поддержания хорошего здоровья. Шестой способ сделать структурированную воду является добавление кремния. Его можно приобрести в любой аптеке. На 3 литра воды необходимо положить 5 камешков черного кремния, емкость накрыть марлей и оставить настаиваться на 2 суток. После этого жидкость перелить в другую кастрюлю, оставив 3 см на дне, где собрались все вредные вещества, собранные кремнием. Вода получится не только очищенной, но и насыщенной кремнием, который очень важен для обменных процессов в организме. После этого
Ее можно заморозить, чтобы сделать еще полезнее. Замораживать воду лучше в стеклянной, ударопрочной или пластиковой емкости. После того, как лед растает, получится структурированная вода, но хранить ее больше 8 часов не следует. Седьмой способ сделать структурированную воду – это пропустить обыкновенную через магнит. Для этого необходимо приобрести специальную магнитную насадку на кран или воронку. Иногда магнит добавляется в состав фильтра. Это должно быть указано на его этикет. Такая вода обладает сильнейшим бактерицидным свойством, улучшает обмен веществ, очищает сосуды от холестерина и чужеродных белков, укрепляет иммунитет, потому что обладает особой проницаемостью через мембраны клеток, доставляя полезные вещества ко всем органам. Ее целебные свойства сохраняются в течение 24 часов. Восьмой способ для тех, у кого нет времени ловить момент замерзания воды на разных уровнях, можно сделать по-другому. В небольших емкостях, к примеру, в чашках, воду полностью замораживаем в морозил, вынимаем полученный лед и ополаскиваем его под струей холодной воды. Так мы избавляемся от первой кромки льда с тяжелой водой. Оставляем оттаивать лед, пока не останется небольшая сердцевина, примерно с грецкий орех. В ней-то и будет сконцентрированы все блага цивилизации. В виде примесей и солей ее мы выбрасываем. Девятый способ. Обычную воду из-под крана отфильтруйте простым угольным фильтром. При такой фильтрации из нее удаляются крупные примеси, частицы ржавчины от труб и песок. Затем разлейте ее по контейнерам и заморозьте в морозильнике при температуре минус 18 градусов. Примерно через 8-10 часов достаньте контейнеры из морозилки и обдайте их дно горячей водой из-под крана, чтобы легче было достать лед. Внутри замерзшей воды должна быть жидкость под тонкой корочкой льда. Эту корочку надо проткнуть и вылить жидкое содержимое. Это растворенные в воде вредные примеси. Оставшийся лед будет прозрачным и чистым, как слеза. Из него вы и получите чистейшую структурированную воду. Лед надо положить в керамическую стеклянную или эмалированную посуду и дать ему растаять при комнатной температуре. После этого можно пить. Если вода в контейнере замерзает полностью, то лед будет прозрачным только по краям, а в середине мутным, иногда даже желтоватым. Эту муть надо растопить под сильной струей горячей воды так, чтобы не осталось ни одного островка мути. Только после этого можно растапливать прозрачную ледяную глыбу и получать талую воду. Десятый способ. В кастрюлю набирается требуемое количество воды. Практика показывает, что на семью в день требуется не менее 5 литров. Вода берется из того же крана, но лучше вначале пропустить ее через фильтр. Ставится на огонь и доводится почти до кипения, то есть появляются первые пузырьки, вода белеет, тут же ее необходимо забрать с плиты. Дождавшись полного остывания, нужно поместить воду в морозилку холодильника, а можно и на балкон, если зима. Тара может быть пластмассовой, может эмалированной. Следует помнить лишь, что жидкость при замерзании значительно расширяется. Приблизительно через 20 часов наблюдается появление слоя льда толщиной в 0,5 сантиметра. В этой корке сконцентрирован дейтерий, тяжелая вода, молекулы которой собраны из атомов тяжелого водорода. То, что дейтерий не полезен организму, доказано уже давно. Основное количество воды еще не замерзло. Во льду делается отверстие, и жидкость переливается в другую емкость. Слитую воду вновь подвергает заморозке, а лед выбрасывается. После того, как вода замерзнет на 2/3, следует удалить оставшуюся жидкость. Она больше не нужна. В ней собрались все ненужные соли и прочие примеси. На данном этапе важен лед. Одиннадцатый способ. Для постоянного использования рекомендуется брать стакан Хуашен, а не кружку, потому что скорость структурирования воды в нанометрическом стакане не превышает 20 минут, в то время как кружки для структурирования воды необходимо от 25 до 30 минут, а за счет большей степени покрытия биофотонами в стакане и меньшего литража скорость приготовления структурированной воды увеличивается в разы и в среднем составляет 10-15 минут.
12-й способ – серебряная вода. Целебные свойства серебряной воды состоят в профилактике обострения хронических воспалительных заболеваний, в уничтожении патогенной микрофлоры кишечника, насыщении организма. Для приготовления воды можно использовать любую вещь, сделанную из серебра, лучше всего ложку. Необходимо лишь перед использованием тщательно ее вымыть. Поместите серебряный предмет в сосуд с водой на 24 часа. Использовать лучше верхнюю треть воды. Именно она будет самой чистой. 13-й способ – шунгитовая вода. Приготовить шунгитовую воду можно тем же способом, что и кремниевую воду. На 1 литр воды необходимо взять 100 грамм шунгита. Под воздействием шунгита вода приобретает бактерицидные свойства, избавляется от примесей хлора, марганца, нитратов, меди, железа, нитритов, приобретает прозрачность и избавляется от неприятного запаха. 14-й способ – турмалиновый стакан, выполнен из турмалиновой керамики. В процессе электролиза происходит ионизация и структуризация молекул воды. В состав фильтра входят активированный уголь, соединение карбоната кальция, ископаемые кораллы, взятые со дна моря. В стакан наливается обычная очищенная вода и в течение 20-30 минут подвергается воздействию наноматериалов. Структура воды, прошедшей воздействие прибора, сохраняется на протяжении суток, даже будучи перелитой в другую емкость. 15-й способ. Структуризатор Шубина, разработан академиком Шубиным, представляет собой шестиугольную усеченную пирамиду, выполненную из медных пластинок. Процесс структуризации воды занимает полчаса. Сосуд с водой ставят на поверхность пирамиды, и производитель утверждает, что даже чай, заваренный в стакане, поставленным на поверхность прибора, приобретает особый вкус и аромат, а кипяток, из которого он приготовлен, перестает быть мертвой водой. 16-й способ – кружка Оджес, фирма Саяна Швейцария. Воду или любую воду, содержащую жидкость, наливают в кружку и дают постоять в течение 10-15 минут. Можно создать воронку, несколько раз перемешав жидкость ложкой. Кружка способна улучшить структуру воды любой температуры. Не рекомендуется помещать прибор в микроволновую печь. Срок службы прибора 2 года. 17-й способ. Водопроводную воду, предварительно отфильтрованную, налить в закрытый стеклянный сосуд, на дно которого бросить кусок какой-либо разновидности кремнезема, например, яшмы горного хрусталя. Такую воду можно употреблять для приготовления питья и пищи. 18-й способ. Существует теория, и она уже научно доказана, что на воду можно воздействовать и нестандартными способами. Эмоции, слова, звуки, энергетика человека. Под влиянием всего этого вода легко меняет свою структуру. Были проведены опыты, во время которых получение структурированной воды происходило путем чтения молитв. После такого эксперимента кристаллы жидкости принимали симметричную форму. Тот же самый результат получался при воздействии известных музыкальными произведениями великих классиков. Под влиянием тяжелого рока вода тоже изменяла структуру, но она была не кристаллической, а фрагментарной и хаотичной. То же самое случалось, когда жидкость слушала крики, брань и негативные эмоции. Удивительно, но эффект на воду может производить даже написанное слово. Здесь все та же связь. Добрые положительные слова, красивые узоры из кристаллов или отрицательные тексты, уродливые, не связанные пятна, не формирующие группы. В итоге было доказано, что самый большой очищающий эффект на жидкость творит сочетание двух слов – любовь и благодарность. Подробнее об этих опытах можно узнать из книги доктора Эмота Масару «Послание воды».